Всего 2 дня на то, чтобы найти общий язык и вступить в музыкальный диалог. Партитуры Германа Лукьянова не каноничны. Всегда найдется место для индивидуального взгляда исполнителя. В этом и есть смысл джаза – абсолютная свобода и умение жонглировать ритмом. Я анализировал партитуры Шостаковича, как-то пришло в голову, и на 4 страницах нашел 1 синкопу. Хотя Шостаковича я очень люблю, считаю его великим композитором, но он обошелся без сложного ритма, без синкоп. Это эстетика антиджазовая, абсолютно. Герман Лукьянов известен своим нестандартным подходом к музыкальным инструментам. Он любит изобретать что-то новое, и оно приживается. Цугфлейту практику вел. Ну, цугфлейту, вы знаете, свисточек с кулисы, который делает так. Вот кроме этого народ ничего и не делал. А я на ней сыграл мелодии. Джаз-оркестр Эдуарда Кальмана за 10 лет обрел популярность не только среди курян. Коллектив много гастролирует. Мы работаем для нашего зрителя, для наших слушателей. И самая большая награда для нас – это их аплодисменты и горящие глаза. Значит, мы трогаем их сердца. Юбилейный концерт состоится 14 февраля в филармонии на Перекальского. Начало в 19:00. Ангелина Рязанцева, Сергей Дорохов, телеканал «7».